химбинюком-то? Любовь, можно сказать, это когда одному человеку хорошо, а того, что тебе хорошо. А ты на свободе любила кого-нибудь? Люби его. Мужчину. Мужчину. Еще какого мужчину? Мы все его очень любили. А как это все? А вот так. Кстати. Бывало, соберемся с девочками. Смотрим на его портрет. И очень нам хорошо. У нас его портрет прямо на столике в общежитии стоял. А он